ничего, как вымахал. Так сколько лет уже прошло? Ну да. Ну что, поедем? Да, поехали. Ну что, Петрух, рассказывай, как дела у тебя? Да все хорошо у меня, спасибо вам. Я до сих пор у вашего друга работаю. Ну, отлично. Дядь Сережа. Что? А вы куда тогда уехали? Это долгая история. Так а нам до города минут 20 ехать. Это история о людях, которые всегда были рядом со мной. История эта о моих друзьях. Мы выросли на улице, а не в интернете. Играли в футбол, а не в компьютерные игры. Мы не переживали за разбитый нос или содранные колени. Наше детство было другим. Оно было счастливым. Я радовался выигранной фишке так, как сейчас ребенок не порадуется новому телефону. Мы наклейками обменивались, а не СМС. Любили песню про собаку Люси и смотрели «Деревню дураков». Да если честно, мы и росли в стране дураков. В стране дураков и беспросветной разрухи. Но в то время мы еще были детьми. Мы были детьми 90-х. Ты уверен, что здесь безопасно? Уверен. Что здесь раньше было? Блин, пацаны, здесь так прикольно. Это какой-то заброшенный склад. Здесь так много железяк. Смотрите, что я нашел. Давай сейчас вопрос решу и на рынок подтянусь. Ого! Офигеть! Не трогать. Пока, а. Пацанам привет. Шах, в чем базар? Это падла денег торчит не отдаёт. Слышь, коммерс. Валить его надо. Когда бабки будут? Ребята, я прошу вас, не убивайте. Мы это слышали уже. Не пыхти тут. Я все отдам. А чё, бетон закатать, а? Мне время еще нужно. Сколько тебе времени? Блин, это ж дядь Саша! Валите отсюда. Скажи спасибо детям и Бога благодари. Чтоб через неделю бабки были. Все. Хорошо. Я отдам. На, держи. Давай. Второй, тащи ходом. Макс, ну где второй это? Макс! Макс, ты че у кого расселся-то, а? У нас работа с тобой херова гора. Сейчас всю тачку вторую пригонят. Мы когда все успевать-то с тобой будем, а? Задолбался эти колеса таскать. Задолбался. Ты думаешь, я не задолбался, а? Ты думаешь, мне это все в кайф? Ты думаешь, люблю вот эти вот колеса туда-сюда? Вся эта грязь, весь этот срач меня встал от этого. Андрей, мы пашем-пашем, как лошади. Копейки эти зарабатываем. Тут колеса уже эти снятся. Не, а что ты предлагаешь-то, а? Тут хотя бы какие-то деньги. Небольшие. Надо двигаться дальше. В конце концов. Ты же не будешь тут всю жизнь работать, правильно? Базара нет, ты прав. Я тоже не собираюсь. Я не спорю. Но все равно, это надо как-то с пацанами хотя бы переговорить. Сходу мы же ничего не решим. Они, кстати, когда приедут-то? Звонили тебе, нет? Звонили, через 10 минут подъедут. Ну ладно. Погнали, короче, доделаем. Как раз пацаны подъедут.
О, Макс, пойдем, пацаны приехали. Шаломчик. А чё только три колеса? А сейчас я немного расскажу вам о каждом из них. Это Артём. Всю свою сознательную жизнь он стремился стать профессиональным боксером и выступать на большом ринге. Но кроме как общая фотография с Константином Дзю, с профессиональным боксом его больше ничего не связывало. С детства у Андрея была добрая советская мечта – найти ту единственную и создать большую и крепкую ячейку общества. Но его натура и полигамность мешали ему прийти к своей мечте. Слышишь, куда ты пошел? Да ты достал меня! А у Димы была мечта собрать спортивный автомобиль. Собственно, он подошел к своей цели ближе всех. Только машина у него была не совсем спортивная. Да и не собирал он ее. А все время ремонтировал. Что касается Макса, его отец был завкафедрой журналистики, где Максим совсем не хотел учиться. Ну, отдай ему! А это куда я. Ты пошел? С самого детства я мечтал стать тренером по футболу. Играй жестче, отбери мяч. Ну, как вы уже поняли, детская мечта так и осталась мечтой. Уйди с поля, не играй! Ты не футболист! Знаете, у каждого из нас были свои мечты и стремления в жизни. Но нас всегда объединяло одно – это вера в нашу дружбу. Вообще работы нету. Я ее сейчас сдерну. Дядя Саня приехал. Привет, дядя. Здрасте. Ну что, как дела у вас? Да потихоньку работаем. Бизнес прет? Да. Как видите, нет никого. Ну ясно. Я украду у вас племянника на пару минут. Да, конечно. Поговорим. Куплю себе вот такого. Так, в общем, Дим, слушай. Я к вам с предложением. Значит, я сейчас расширяю свой бизнес. Мне нужны свои проверенные ребята. Организовать работу всю. Дядь Сань, если честно, времени совсем нету. С шинкой зашиваемся. Да шинкой вообще не вопрос, блин. Решим, без проблем. Мне с ребятами надо поговорить. Время терпит пару дней. Давай, обсудите с ребятами. Значит, мне позвоните. Жду звонка. Договорились, дядь Сань. Колян! Колян! Да? С этой закончишь, мою машину помоешь. Хорошо. Чё не ловишь-то? Приходите к нам ещё. Всего доброго. Здрасте. Сказать ничего не хочешь? А, да, точно. Ладно, потом поговорим. Давай. Я не понял, что расселись-то? Работы нет или что? Я вам сейчас ее устрою. Давайте поднимаемся. Здрасте всем. Здорово, Тём. Привет, проходи. Миха, ё-моё, ну давным-давно уже говорил убраться здесь. Да почему? Сейчас, Тёма, уберёмся, просто немного занят был. Всё, давай, давай побыстрее.
Здрасте. Тёма, привет. Здорово. Чё там по зарплате? Мне бабки нужны срочно. Слушай, я только приехал. Давай сейчас постановим, поговорю, я звоню тебе сразу. Ну, давай. На связи? Давай. Здорово. Ну и чё ты вечером? Надо встретиться, кайфануть. Здорово. Здорово, братан. Чё, есть минутка поговорить? Да, это. 3 минуты, подожди, сейчас таблицу заполню, переговорим. Всё, давай. Здорово. С шинкой зашиваемся. Здорово. На место положи. Опять всю ночь бухал, сразу видно, блин. А она чё? А, привет. А он чё? Да ты чё? Здорово. Часть тела. 3 буквы. Хаю. Ухо. А я думал, не ухо. Хорошо работаете. Молодцы. Прям сразу видно. Сплоченный коллектив. Так, я... Все? Что у тебя случилось, говори. Слушай, там пацаны зарплату ждут. Я тут, кстати, только что сетку составил. Сейчас бухгалтеру отправлю, и сегодня уже будет зарплата. У тебя все? Нет. Че еще? Я бы хотел ко всем обратиться. Меня кто-нибудь слышит? Ну, как видишь, наши уважаемые друзья и коллеги сейчас заняты, так что можешь обращаться ко мне. Слушай, проблема есть одна. У меня пацаны знакомые, спортсмены. В Москву собираются ехать на соревнования. И в самый последний момент их спонсор кинул на 100 тысяч. Помочь надо вообще. 100 тысяч, да? Ну это получается, смотри, на 5-х, если разобьем, то что, по 20-ке получается, ну, да? Да, где-то так. Пацаны, что, поможем ребятам? Надо по 20-ке скинуться. Кто за? Андрюха. О, проснулись. Опять на что-то собирают. Серега. Ну все, тогда звони пацанам. Чё? На днях встретимся. Хорошо. Ну что, погнали? Вечера. Че, они? Да-да. Здорово, пацаны. Привет. Здорово. Здорово. Держите, ребят. Спасибо. Победа на соревнованиях. Давай. После того, как мы поспособствовали развитию забайкальского спорта, его представители не остались в долгу и помогали нам. Че мне твое, извините? Я че за тобой бегать буду? Вот ты где прячешься. Привет, Дим. О, здорово. Стой. Дима, есть разговор. Заходи. Раздевайся. Чё пришёл? Да проблема у меня, брат. Да не орите уже! Лает. Бывает. А чё, позвонить нельзя, а? Я хотел к тебе лично попасть. Ну, заходи. Садись, чё. Спасибо, брат. Рассказывай. Проблема у меня, брат. Друзья мои вчера в кабаке гуляли, ну и сцепились с какими-то спортсменами. А они долго разговаривать не стали, сломали моих пацанов. Теперь они в больнице. В реанимации. А я при чём? Чё, к отцу не пошёл? Да ты же знаешь, какие отношения у меня с отцом. Постоянно что-то хочет от меня. Что-то требует. Да я и сам к нему не хочу обращаться. А ты же брат мне. Я знаю, что ты мне поможешь. Ща решим. А
Алло. Алло, Стас? Здорово, Димон. Здорово, братка. Слушайте. Как ты? Да нормально все. Это, подъедь сюда, а? Ко мне, домой. Что случилось? Разговор есть. Давай, братка, в пару мест гоняю их к тебе. Все, давай, жду. Ну чё, с кем вчера схлестнулись? Да типам вчера носы сломали. Пусть попроще будут. Эх, жалко мне не было, отгребли бы ребята. Да мы и без тебя их нормально вшатали. Здорово, спортсмены! Бабки мои, давай, слышь. Помимо автосервиса, у нас был свой небольшой подпольный бизнес, который контролировал Стас и его ребята. Давай, слышь, эй! Ну все, наигрался, опа. Пойдем. Слышь, я играю так-то, да пошли, слышь. Наигрался. Че это? Да, это он. Сюда иди. Чем могу помочь, ребята? Ты этого человека видел? Видел. Громче! Видел. Он у тебя здесь играл? Да, играл. А ты в курсе, что у него на счету сотка осталась? Кто ему теперь ее вернет? Не знаю, не было таких денег у него. Не было? Я думал, тут спортсмены одни у вас. Правильно думал. Я больше вас здесь не видел, понял? Понял. Ребят, привет. Где администратора могу найти? Добрый день. В данный момент все на обеде. Вы что хотели-то, собственно? Неделю назад я машину у вас забирала с ремонта. Там как стучало, так и стучит. И что у вас там стучит? Это я у вас хотела спросить, вы же мне ее сделали. Ну, без проблем. Машинку загоняйте на диагностику. Оплачивайте, проверим. Посмотрим, в чем дело. Как оплачивать? Я каждый раз должна загонять, оплачивать машину, которую вы же делали. Девушка, ну я сказал. Машинку загоняйте, диагностику оплачивайте. Будем разговаривать. То есть у вас по-другому вопросы не решаются? Ну, а вы как хотели. Не хотите по-хорошему, вам будет по-плохому. Алло, Саш, привет. Ты сейчас сильно занят? Слушай, ты можешь подъехать на СТО, где меня неделю назад забирали? Давай, жду. Да, слушаю. Александр Викторович, к вам тут молодые люди подошли, 5 человек. Мне их пропустить? Хорошо, Алена, запусти их. Здрасте, дядя Сань. Че можно? О, ребят, привет. Проходите, садитесь. Привет, сестренка. Привет. Что случилось с тебя? Да вон козлы, блин, мне тогда машину не сделали и сейчас еще денег требуют. Не переживай, сейчас решим. Ублюдки. Ты моей сестренке машину делал? Вот это ваша сестра? Да. Ну я? Какие вопросы? Так ты что, жопой делал ее машину-то? Она как была неисправна, она так и не работает. Я же вашей девушке все объяснил. Пусть загоняет на диагностику. Проверим, посмотрим, решим проблему. Она, видимо, за одну проблему 2 раза должна платить. Я понять не могу. Дела у нас делаются так. С вами дела вообще никак не делаются. Ты звони своему начальству. Либо давай мне телефон, я его сам накручу. Начальства нету здесь сейчас. Ты звони ему, у меня времени да мало с тобой тут вату катать. Сейчас наберу. И в итоге я им говорю, ребята, я же тоже из Читы. Так, ладно. Ребята, собрал я вас по серьезному вопросу. Извините. Ну ответь, раз звонят.
Алло. Андрюха, привет. Тут проблема нарисовалась. Что случилось? Тут клиент недоволен. Нормально. Подъедь, пожалуйста. Сидели, выпили. Сейчас, что ли? Ну да, начальство требует. Подожди, сейчас подъеду. Что, братка, что случилось? Да там на истохе кипиш какой-то. Давай, может, вместе съездим? Не, вы сидите, вы лучше потом расскажете, что решили, хорошо? Ладно, все, дядя Сань, давай, счастливо. Ну давай, давай, удачи. Давай, наберешь. Все хорошо. Здорово. Что случилось-то? Да там ребята хотят поговорить, вон подъехали. Вот эти что-то? Приветствую. Меня Андрей зовут. Здрасте. Здрасте. Это моя СТОха. Сотрудники позвонили, сказали, что-то случилось. У вас какие-то проблемы возникли, да? Проблемы-то у вас сейчас возникнут. Так, ребят, давайте сейчас ссориться не будем. Обрисуйте, что произошло. Девушка загоняла машину на ремонт. Изначально машина была неисправна, она и осталась такой же. Надо вопрос этот как-то решать. Давайте, знаете, каким образом поступим? Вы по новой машину загоняете? Мы ее посмотрим, отремонтируем, денег не надо. Номер телефона только свой оставь. Хорошо? Ну а мы позвоним, как сделаем. Добро. Я думаю, это адекватное решение проблемы. Все. Все, ребята, полетел, некогда. Все, всего доброго. До свидания. Да. Алло, Макс. Ну, в общем, я тут все порешал. Вы там еще? Да, здесь еще. Ну и как поступим? Вы скоро будете? Да минут через 10 подъедем, так что там оставайся. Ладно, договорились. Угу, все, давай. Так, дядь Сань, давай еще раз проговорим. Значит, схема такая. Что за дела-то? Почему остановили нас? Нормально, не суетись, сейчас все решим. Ага, понял, давай быстрее. Командир, постой! Командир, какие проблемы? Проблем никаких нет, просто проверка документов. Не, менты, да, оборзели, кого хотят, то останавливают. Да нормально сейчас, Саня, все возьмем, да дальше поедем. Че, не видишь, кого останавливаешь? У вас машина в ориентировке, да еще и без номеров. Ты чё, братан? Нормально всё? Нормально. Ты чё, куда погнал? А ты чё, не видишь? Одна машина такая в городе всего лишь. Ну, сейчас и разберёмся. Командир, сюда посмотри. Здорово, пацан. Что творить, а, мужики? Валим, валим отсюда! Давай быстрее, а то уйдут! Не переживай, сейчас догоним! Да. Встречайте! Ага, все, понял, встречаем. Погнали!
Че трубку ты не берешь? Сейчас скидывает. Второго ищем. Так. Ага. Слушай, а чё, крутака сделали, не сделали? Да, сделали. Сделали. А чё было-то? Там радиатор был, да по мелочи у него. Фигня, да? А вот Чезера пацаны пригоняли, с ним чё? Завтра доделаем, всё отдаём. Красавцы. Вообще не знаю. Я одно делаю, у него второе ломается. Второе делаю, у него третье ломается. Чё с ним делать, блин, не машина, а проклятие какое-то. И чё предлагаешь? Да сжечь его, да и все, больше что с ним делать? Сжечь. Бабки мы за него уже взяли, так что ты как хочешь, но надо его отремонтировать. Потому что что? Потому что деньги мы уже прогуляли. Давай делай. Тогда я пойду пообедаю. Приду, доделаю и все. Ну давай. Здрасте. Ну, здрасте. Здрасте. Ну и что, наша машина готова? Готова. Стой, подожди, не уходи. Машина готова. Только на этот раз давайте с нашим механиком сразу прокатитесь. Убедитесь, что на этот раз ничего не стучит, ничего не бринчит. Машина работает как исправно, чтобы к нам потом никаких претензий не было. Хорошо? Хорошо. Дайте пройду. Ну, пожалуйста. Вик, а тот-то симпатичный. Да ну, успокойся. Я тебе говорю, симпатичный. Поехали. Какого хрена стрелять начал? Ты же знал, что там наш человек будет! А ты что думал, нам машину просто так отдадут, что ли, а? Ты понимаешь, что ты наделал? Ты людей убил! Теперь у нас у всех из-за тебя большие проблемы! Так успокойтесь оба! Что сделано, то сделано! Надо думать, как дальше быть! Как дальше быть? А я тебе скажу, как дальше быть! Нужно валить из этого города! И валить как можно дальше! Потому что менты и хозяин этой машины будут нас искать! А я не хочу гнить в могиле! Или гнить в тюрьме! Что ты разорался? Ты же знал, на что ты идешь! Я не понял. Вы все здесь охренели? Вы что, меня крайним сделаете? Успокойтесь вы оба! Нужно проблему решать, а не отношения выяснять! Мы все заварили эту кашу. Вместе будем ее расхлебывать, понял? Да вместе, вместе. Макс, ты же знаешь, что он прав. Знаю. И что дальше будем делать? Если б я знал, братка, что дальше делать, я б тебе ответил на твой вопрос. Что за машина такая, что из-за нее люди гибнут? Что же с тобой такого интересного? Что тебе интересного? Макс! Да? Братан, иди сюда. Что случилось? Смотри, братан, что под запаской нашли. Мы теперь богатые. Нет, мы не богатые. Вот с этим вот мы в полной жопе. А мы прокатились. Фу ты! Напугала, блин. Ага. Вы знаете, на этот раз нам вообще все понравилось. Да вы что? Да, ничего не стучит? Не стучит. Ничего не гремит? Это... Все плавненько, ровненько идет. Ага. Я вообще не об этом хотела поговорить. Не об этом? А о чем тогда? Не обращайте внимания на мою подругу. Я и не обращаю. Она девушка одинокая сейчас? Вы знаете, это неудивительно. Никто такую противную не выдержит. Она не противная. Она веселая, добрая, умная, красивая. И, кстати, отлично готовит. Отлично готовит? Да. Сигареты кончились. Знаете, что я вам скажу? Если она готовит так же отвратительно, как и следит за своим автомобилем, то я просто не завидую ее мужу. А вот, кстати, и она. Ну что, на этот раз все хорошо? Да, меня вообще все устраивает. Настя, подожди, пожалуйста, в машине. Хорошо, я вас поняла. Не буду вам мешать. Я ухожу. До свидания.
Вы знаете, мне очень неудобно. Давайте я все-таки рассчитаюсь с вами, потому что работа... Нет. Никаких денег не нужно. Мы с вами как договорились? Все наши косяки мы устраняем за свой счет. Ну, давайте я вас как-нибудь отблагодарю. Ну, вы можете угостить меня кофе. Давайте я сегодня вечером за вами заеду. Отличная идея. Ну, до вечера. Всего доброго. Да, доченька? Алло, папуля, привет. Слушай, я со СТО уже еду. Ну, молодец, что машину забрала. Да мы тут с дядей Димой его звание обмываем, новое. Я сейчас Наську увезу домой, и вечером у меня будет встреча. Ты меня не теряй, пожалуйста. Ну, давай осторожнее. Хорошо, давай осторожнее. Тебя целую, пока. Да, дочурку твою маленькую еще помню. Они вместе с моим Славиком по двору бегали. Он и от хулиганов от местных защищал. Ну и как сынок твой поживает? Я слышал, ты его в Америку отправил. Да пришлось. Он тут таких дров наломал. В общем, я его за бугор к мамаше сплавил. Пускай она теперь с ним мучается. Да у тебя нормальный парень. Когда накосячить-то успел? Да понимаешь, дело-то не хитрое. Я его деньгами избаловал. Он моим авторитетом прикрывался. Мне уже перед коллегами неудобно было. То пьяный за рулем попадется, то подерется, то баба от него залетит. А дальше больше. Город маленький. Слухами все обрастает быстро. Да ладно, хрен с ним. Живет там себе, в ус не дует. На американке собрался жениться, чтоб гражданство получить. Ты-то не надумал свою дочку замуж выдавать? Да есть тут у меня один кандидат. Они вместе с Викой в школе учились. Его отец в 90-х годах подниматься сильно стал. В Москву перебрались. А недавно инвесторы с Москвы пожаловали. Ну, как обычно. Баня, девочки. Погуляли на славу. Среди этой толпы как раз он и подваливает. И спрашивает меня, как дочурка, как жизнь. И я говорю, да ничего. А он мне все про сына своего втирает, что типа породниться хочет. Я так прикинул. Ну да, неплохо было бы. Представляешь, Дим, если через годик бы все эти дела обтяпать, мы бы уже спокойно по Средиземноморью на яхте своей катались. Нельзя же так дочку в свои корыстные схемы толкать. А я, Дима, никуда ее не толкаю. Я ее жизнь будущую строю. Да ногую, чтоб каждый мог позавидовать, понимаешь? А если Вика не захочет, ты что тогда делать будешь? Захочет. Как миленькая захочет. А потом стерпится и слюбится. Ну ты отец, тебе виднее. Сказал, как моя бывшая. Точь-точь. Кстати, что там по моей просьбе? Есть сдвиги какие? Ты знаешь, Василич, не все так просто. Губернатор сейчас новый. Со старым бы я решил. А так, работаем. Чего? Избранник народа потерял. Василич, слышишь, ты Ксю не видел мою? Ты ее лучше вон, в трусах у девочек, посмотри. О, точно, да. Вот избранник народа, а? А я за него, блин, все денежки отдал. Да знаю я! Че случилось? Я ж тебе такое расскажу. Эй, мужик! Макс, ты что ли? Да я, дядь Саня. А ты что со стволом-то ходишь? Боишься кого? Да мне кого бояться-то? Привычка с 90-х. А ты что здесь делаешь? Караулишь меня? Да нет, дядь Саня, если честно, поговорить приехал. А что не позвонил? Дядь Саня, ты сам-то не догадываешься, почему? Почему мне сейчас вот так вот приходится приезжать втихаря? Почему ребята мои сейчас все на дно залегли? Дядь Саня, ну ты дурака-то не врубай. Так, я не понял. Ты что, с предъявой сюда ко мне приехал? Где машина? Где ребята? Ты когда мне должен был позвонить, блин? Да в порядке все, дядь Саня. Машина у нас. Ребят тоже все живы-здоровы. В общем-то, все хорошо, если б не один нюанс. Какой еще нюанс, блин? В той машине, которую дернули. Бриллиантов на миллионы. И гора трупов на трассе. Там же мой человек был. О каких трупах ты говоришь? О тех, которые машину сопровождали, и о которых ты нам ничего не сказал. Бриллианты где? У меня. А почему они до сих пор не у меня? Потому что это единственная гарантия нашей безопасности. Макс, ты давай со мной лучше не шути. Я последний раз спрашиваю, где бриллианты? Дядь Сань, ты ствол-то убери.
И лучше отдай-ка его мне. Дядя Саня, я же сюда поговорить приехал, а не ругаться. Ты же сам понимаешь, какую задницу нас засунул. Они наверняка нас уже ищут. Короче, дядя Саня, ты эту кашу заварил, сам ее расхлебывай. А брюлики пока у меня побудут. Дай ствол. Дядя Саня, мы, между прочим, жизнь тебя спасли. Поехали. Макс, не высовывайтесь, я все решу. Дай бог, дядя Саня. Дай бог. Ты радуга, тебя увидел я среди тумана. Заколотила молотом по мозгу мама. Тебя молодым, о чистый воздух, а дышать как-то надо. Задержи дыхание, пока не поздно. Стоп, секундная стрелка, стоп. Сердце не стучит, она нажмет на плей, на плеере и замолчит. Голос звучит такой нежный, родной. Скоро полечу домой, улыбнись, глаза закрой. Представь, что рядом. Ты солнышко мое, а свет моя награда. Расстояние нам не преграда, время обманем. Также утром ранним я позвоню сказать, как сильно я скучаю. Время быстрей, сердце бьется чаще, ритм задает, пусть мы живем настоящим. Цвета ярче, музыка повеселее, но когда тебя я обнимаю, твое сердце греет. Время быстрей, сердце бьется чаще, ритм задает, пусть мы живем настоящим. Цвета ярче, музыка повеселее, но когда тебя я обнимаю, твое сердце греет. Привет. Привет, солнышко. Я по тебе так соскучилась. Ты моя хорошая, я по тебе даже соскучился. Да, доченька. Алло, папуль, привет. У тебя все нормально, а че пухчишь? Я в зале. Папа, у меня для тебя новость такая. Я тебя хочу со своим молодым человеком познакомить. Какой молодой папа, человек? Папа, в общем, завтра в 2 часа я заказала столик. Вика, подожди, давай обсудим более спокойной обстановке. Все, папуль, Вика, я алло. Петь, я люблю, пока. Алло, Вика. Сергей Васильевич, там автовоз пришел. Там 20 машин. На подходе еще 2. Там места нету, что будем делать? Пойдем посмотрим. Алло. Алло, Андрюш, привет. Привет, Викусь. Ты чё пыхтишь? Да я в спортзале. В зале? Ясно всё. Ты чё, случилось чё или так? Просто соскучилась? У меня для тебя сюрприз. Сюрприз? Это интересно. Надеюсь, ты не беременна? Да блин, нет. Я тебя хочу с папой познакомить завтра. Что? С папой познакомить? Слушай, ты уверен, что это хорошая идея? Завтра к 2 часам ты подъедешь за мной, я тебя буду ждать. Подожди, давай еще раз все обговорим. Давай, целую, пока. Алло, Вик, алло. Молодец такая. С папой меня познакомить хочешь? Конечно. Я же мастер с отцами знакомиться. Пап, мы с Андреем решили жить вместе. Ну и где вы собираетесь жить? В сарае или шалаше? У Андрея своя квартира, он неплохо зарабатывает, да и я не из крестьянской семьи. Мы как с тобой планировали? Ты в Англию поедешь, язык подучишь, потом в Москву. Я тебе, по сути, работу уже нашел. Ты дизайнером мечтала быть. Потом, глядишь, и я переберусь к тебе. Зачем тебе нужен этот чемодан? Послушайте, ничего страшного, что я тут тоже сижу. Все это слушаю, никого не смущаю. Вон дверь, можете идти. Папа, успокойся. А мы посмотрим, кто в эту дверь еще первый из нас. Андрей, ты не начинай. Щенок еще дерзить будешь или что? Да я за свое до конца гнаться. Андрей! Сейчас зубы выблинишь. Так успокоились оба. Неужели мы не можем, как цивильные люди, просто посидеть и поговорить? Обязательно нужно мне портить настроение, да? Значит так, сейчас я иду, пудрю носик, и чтоб когда я вернулась, вы вели себя как лучшие друзья. Это понятно? Вот и хорошо. Андрюшенька, присядь ко мне поближе.
Не, папаша, я как бы и отсюда хорошо вас слышу. Но из уважения к вам мне, в принципе, несложно пересесть. Чё хотел? Пацанчик, у Вики уже есть жених из очень уважаемой семьи. Я не хочу больше тебя видеть рядом с ней. Послушайте, Вика уже девушка не маленькая. Пусть сама решает, с кем ей лучше быть. Ты чё, сучонок, на меня переиздумал? Я тебе быстро кислород перекрою. А ты знаешь, сынок, кто я, а? Ой, я смотрю, уже помирились. Сейчас пообедаем. Вик, слушай, у тебя такой классный отец. Мы так хорошо пообщались, правда, у нас было мало времени. Там Артём за мной приехал, мне нужно бежать. Ты же ничего не покушал. Да ладно, хрен с этой едой. Потом поедим. Всё, солнышко моё, ещё увидимся. Всё, приятно было пообщаться. До свидания. Ну что? Да ничего, нормально все пошло. Думаю, еще раз придется повстречаться с твоим товарищем. Ну и где он есть? Алло. А ты куда подъехал-то? Я вышел, тебя нету. Да я вот чуть подальше встал. Где дальше? Не вижу. А, все, вот он ты. Все, сейчас подойду. Ты что встал-то так далеко? А? Ближе подъехать, что не судьба? Там стройка идет, туда не проедешь. Стройка. Люди работают, расширяются. Молодцы. Че, поехали? Садись. Слушай, ты давай без меня езжай. Я прогуляться хочу. В смысле? В прямом. Я зачем тогда к тебе сюда ехал-то? Я хочу с мыслями своими разобраться. Один побыть. Езжай на эстоху. Я, если что, позже тачку поймаю, подскочу. Хорошо? Точно? Точно, точно, точно. Ладно. Все. Давай, счастливо. Спасибо, что подъехал. Давай. Мыслитель, блин. Алло, Василий. Да-да, все, вот буквально две минуточки, мы подъезжаем уже. Ой, Серега, да пропусти ты его, видишь, человек торопится. Тебе что, друг, дороги мало или что? Объехать не можешь? Езжай отсюда. Серега, давай-ка за ним, а? Разворачивайся, давай за ним. Что, ребята, попали вы? Алло, Василич. Ну и где ты? Новость хорошая. Давай. Я их нашел. Алло. Алло, внучек. Привет, дед. Ты где? Я на тренировке. Ну, сильно не задерживайся. Я себя плохо чувствую. Приезжай пораньше. Хорошо, как освобожусь, приеду домой. Все, счастливо, завтра на тренировке увидимся. Давай. Алло. Послушай сюда. Если хочешь увидеть деда живым... Приезжай один. А? Дед, ну что ты? Говори. Thank you.
Алло, Макс, они нашли нас. Гена. Время. Ну чё, резать! Режь, сука! Это ты иди посмотри, мы походу дверь не закрыли. Сейчас посмотрю. Чё? Где? Погнали. Где? Вы что творите, паскуды? Вы знаете, кто я такой? Вы знаете, с кем я работаю? Да вас приедут, лоскуты порут! Можете садиться в свои машины и потеряться отсюда! Кто вас послал? Да пошел ты! Че ты с ними разговариваешь? Валить их надо! Ты что собрался делать? Ты что, убить их хочешь, что ли? Тёма, ты чё? Это же люди, это живые люди, ты как? Ребята, братан, да что началось-то? Хотели узнать всего лишь от кого они, ребята, ты что творишь-то? Давайте поговорим, решим вопрос. Никто это не уже хотел не люди. Его убивать. Это не давайте люди. Давайте решим что-нибудь. Тёма, ты чё натворил-то? Тёма. Ты людей убил, Тёма! Охренеть! Все, поехали. Жалко деда. Хороший он был, добрый. Людям помогал. Помните, как-то в детстве мы с ним на рыбалку ездили? Целое ведро рыбы наловили. Серега не поймал ни одной. Весело было. А помните, пацаны, он нам каждому по рогатке сделал. И мы пошли, все стекла в школе выбили. Он нас поймал тогда. Вставил. Но родителям ничего не сказал, а? Да, я помню это. Серега тогда ни одного стекла не разбил. А я помню. Как он истории свои рассказывал. Как молодой был. Как служил. За девчонок заступался. Я всегда им восхищался. Он мне, да и вам всем, был как родной. Вот думал, вырасту и стану таким, как дед Гриша. Пацаны, хорош. Брат, ты держись. Ты же знаешь прекрасно, что деду Гришу мы все любили. Он нас всех вырастил.
Эти твари, которые это сделали, они уже наказаны. Брат, мы всегда с тобой. Ты же знаешь это прекрасно. Ты его знаешь, мне только одно в голове не укладывается, а? За что они его так? Дядь Гриша же со всеми мирно жил. Никому никогда плохого ничего не делал. Да и врагов-то у него никогда не было. Тут так по-зверски его. Ничего не понимаю. Может, это месть чья-то, а? Может, вы, пацаны, вляпались куда? Ничего сказать мне не хотите? А, Макс? Помнишь, по зиме к дяде Сане ездили? Ну, помню. Ты тогда еще на СТО уезжал какой-то вопрос решать. Угу. Он нам тогда одну тему предложил. Надо было тачку отработать на трассе. На словах все просто получалось. А на деле маленько все по-другому оказалось. Вот, судя по всему, они нас и нашли сейчас. А кто они-то, Макс, а? Ты же сказал, что вы с дядей Саней так ни о чем поболтали и разъехались. Ты почему мне-то ничего не сказал? А то ты не знаешь, почему. Ты же у нас вечно такой законопослушный, порядочный. Да и что скрывать, Андрей, ты бы на эту тему никогда не подписался. Да и ты знаешь прекрасно, что на тебе все завязано у нас. Не дай бог, вот так с нами что-то случилось бы. Так получается, ты всех в это дерьмо втянул? И теперь какие-то отморозки на нас охоту объявили? Макс, ты понимаешь, что ты натворил? Из-за тебя дядь Гришу-то убили, из-за тебя! И ты это все еще за моей спиной! Ты думаешь, я этого хотел? А как что? Ты хотел? Пацаны, как ты хотел? Пацаны, каких денег заработать, понимаешь? Нормально могли там заработать! Хватит, хватит орать, пацаны! Деду Гришу уже не вернуть. Короче, я поехал. Вы оставайтесь. Это, я с тобой. Тём, ты прости меня. Да нормально все. Ты чё ментам-то сказал? Сказал, что пришел домой, увидел деда на полу. Сразу скорую вызвал. Да поздно уже было. Он мне вместо отца и матери всю жизнь был. А теперь его нет. Братка, мы у тебя есть. Ну что сидеть-то? Может, выпьем? Давай выпьем. Бармен, две водки. Спасибо. Да запросто. Неплохо. Слушай, мне сегодня такой сон классный приснился. Будто бы я с Андреем и с тобой поехала на море. Может, мы все вместе поедем куда-нибудь, отдохнем уже, а? Ну, пожалуйста. Ну, папа, представь, как классно, мы такие втроем отдыхаем. Не вижу в этом ничего хорошего. Я надеюсь, ты не забыла, что через неделю Альберт приезжает.
Папа, какой Альберт вообще с утра пораньше, а? Ты училась с ним и дружила. И что? Это было давно и неправда. Знаешь, у меня есть Андрей, я люблю его, он любит меня, у нас все хорошо, понимаешь? А что говоришь? Хорошо. Чего ты мне все время этого Альберта пропихиваешь? На, посмотри, пожалуйста, доченька, полистай тут. Ты подумай дважды, перед тем, как делать свой выбор. Доча, я собираюсь на работу. Смотри, может тебя отвезти? Не надо. Да. Алло, Васильевич, привет. У меня две новости. Одна хорошая, другая плохая. Давай с плохой. Пацанов сегодня наших в лесу нашли, мертвых. Ну а хорошая? А хорошая? Саня звонил. Походу по брюлькам. Надо тебе с ним встретиться, поговорить. Езжай в офис, там увидимся. Все, понял. Читина-то, а? Андрюха! Что ты долбишь-то мне по сто раз? Так не я тебе звонил. Как не ты звонил? Кто? Я-то откуда знаю. А, черт, это... Это, походу, Вика меня, прикинь, потеряла. Ну, шилай, че? Сколько время? Братка, так утро уже. Ладно, черт с ним. Ну, рассказывай. Че вчера было-то? Ну, я этих женщин забрал, и мы с ними в сауну погнали. Вот, только вышли. Красавчик. Никогда в тебе не сомневался. А ты куда свалил? Мне что-то скучно с вами стало. Решил прокатиться. Ты многое пропустил. Ладно, давай я позже подтянусь. Ладно, давай, на связи. Господи, где я? Ну, конечно, 4 пропущены. Викулечка моя, соскучилась. Привет. Я слушаю. А ты где? Катаюсь с одноклассником. С каким одноклассником? Ну все, она замуж вышла. Да ладно, кто ее вообще взял? Да вот такую взяли. Слушай, нам всем надо встретиться. Да, это будет вообще отличная вышла. Идея. Вышла. Ты нормальный вообще? Из машины вышла, я тебе ты сказал. Ты что себе позволяешь? А? Это кто такой? Слышь? Ты почему так? Ты че с каким-то кобелем катаешься, Андрей, я не понял? Андрей, я тебя прошу, успокойся. Ничего не попутала, а? Подожди, что случилось-то? Ты что-то хотел или что, а? Слышь? Андрей! Андрей! Успокойся, я тебя прошу! Андрей! Успокойся, я тебя прошу! Руки убери свои. Видеть тебя не хочу больше. Good morning, honey. You меня ждут. Добрый вечер. Здравствуй. Могу присесть? Присаживайся. Хотел один на один поговорить. Ты знаешь, тут все свои. Говори. Я с просьбой переехал. Знаю, мне докладывали. Я могу вернуть твои камни. Только ребят не трогай. А тебе-то какой интерес в этом? Понимаешь, у меня племянник там замешан. Где ж ты был целых полгода? Лучше поздно, чем никогда. Знаешь, давай камни. Потом поговорим за твоих ребятишек. Хорошо.
Где их черти носят? Башка болит. А я тебе говорил, не пей. Здорово, пацаны. Наконец-то. Где потерялись? Давай, дядя Сань, по сути, а? В общем, пацаны, я встретился с людьми, переговорил. Расклад такой. Нужно вернуть бриллианты, после чего они с нами готовы составить разговор. Одними бриллиантами мы сейчас не отделаемся. Вы что, уже успели что-то натворить? Макс, ведь я просил вас, никуда не лезть, я все решу. Ты нам можешь встречу организовать? Вы что, с ума сошли? Там люди серьезные, никто с вами разговаривать не будет. Дим, ты меня услышишь? Куда вы головы толкаете? Дядь Сань, организуй, дальше мы сами разберемся. Куда вы лезете? Андрюха, ты ей хоть звонил, а? Конечно, звонил. Чё толку-то? Все равно не берет. Ну уже да ну её, я на прошлой неделе с такими бабами отдыхал, послушай, а? Это у тебя бабы, а у меня девушка. К тому же любимая. Ну давай хотя бы пиццы закажем, сиди а? Сиди ровно, а? Можешь хотя бы сейчас о ты не думать. Издеваешься ли че надо мной? Прикалываешься? Вон она. Привет. Ой. Пойдем. Ну как добрался? Отлично, отлично. Сука. Че стоишь, поехали. Альберт Александрович. Коммерческий директор одного из холдингов своего отца. Серьезно? А девушек-то тоже, наверное, отбоя нет? У меня стало появляться очень много новых знакомых, но, знаешь, я всегда ценил тех, кого знал уже давно. И я всегда мечтал в детстве, что мы вместе с тобой куда-то уедем. Далеко-далеко, где нас никто никогда не найдет. Мечтал и уехал один, да? Ты же знаешь, я не мог ничего поделать, я не мог пойти против воли отца. Но сейчас все изменилось, я приехал за тобой. Соглашайся, поехали в Москву. У меня же здесь отец. Наши отцы обо всем договорились. Сергей Васильевич согласен, он очень рад этому предложению. Тем более он сам планирует в ближайшее время уже ехать перебираться в столицу. Что тебе здесь делать? Соглашайся. Что мне делать? У меня здесь Андрей, я люблю его. И вообще, Альберт, отвези меня домой. Здорово, что значит пацаны. Успокойся? Что значит успокойся? Ты видел, куда она села? Все. Ты видел, кому она села? Это она ты в тачку снизу? Села. Да. Я думал, она я. Она села в тачку. Нет. И кому, как ты думаешь? Да слушай, что-то не могу. Типчику да. Какому-то. Я приготовился, цветов купил, кольцо Мурить. Купил, ой, предложение ой, ой. Сделать приехал. Это жесть какая. А я на этой женщине жениться хотел. А знаешь, что это за тип был? Ты знаешь? А, я знаю. Это какой-то одноклассник ее бывший. Батя его специально дернул. Мол, чтобы они там чу-кого спелись. Он мне тогда сказал, не встречайся с моей дочкой, у нее есть парень. Тяжелый день, братан. Нормально. Это нормально.
Да иди на все нахрен! Че случилось? Че он орет? Короче, приехали мы сегодня к Вике предложение делать. Угу. Прождали ее полдня в машине. Она выходит и садится к другому пацану. Нормально вообще. Слушай, может Андрюхе помочь? Тасу набрать? Я уже подумал по этому поводу, пока ехал и слушал вот это. Я сам решу. Нормально все, не переживай. Вы, может, хотя бы с Тёмой съездите? Поехали, съездим. Да? Так-то, в принципе, нормальная идея. Давай, что с тобой сгоняем? Там делов-то. Пройдемте, помоем голову. Пойдемте. Ты что делаешь-то? Мне сегодня отец Альберта звонил. Я надеюсь, понимаешь, о чем я говорю? Да, пап, понимаю. С сегодняшнего дня я представляю тебе своих людей для охраны. Я что, ребенок, что ли? Я тебе говорю, мне так будет спокойней. Пап, ну и как ты себе это представляешь? Ходят теперь за мной два балбеса и не знаешь, что с ними делать. Че, прям везде ходят? Ага. А как же мы-то... Да ну не переживай. Я просто же с ними не пойду. Значит, ты уже придумала коварный план? Конечно. Я обязательно что-нибудь придумаю, ты же меня знаешь. Ну да. Тогда до вечера. Угу. Давай, я в тебя верю. Все должно быть круто. Ну все, моя хорошая, будет тебе день рождения. Жди. Все, целую. Давай, целую. Пока-пока. Пока. Я не поняла, вы что за мной в примерочную пойдете? Идите погуляйте. Алло. Привет. Ага, привет. Как делишки, что делаешь? Хорошо все. Дома готовлю. А у меня сегодня день рождения. Ага, здорово. Ну, поздравляю тебя с днем рождения. А! Жду тебя сегодня вечером в нашем ресторане. Ну, хорошо, не вопрос. Значит, будешь? Буду. Красава. Слушай, а можно я с Димоном приду? Не против же? Конечно, нет. Ага, все, спасибо. Тогда до вечера. Все, давай до вечера. Пока-пока. Пока-пока. Че, пойдет? Выровняйте. Алло. Добрый день, именинница! Ладно, в щечку. Здравствуйте. Здравствуйте, Виктория. Че, мы туда? Моя любимая песня. Пойдем потанцуем. А пойдем. Андрей! Слышь, а ты не попутал ничего, а? Вопросы какие-то. А ты че с моей женщиной танцуешь? На ней написано, что она твоя. Я тебе сейчас нахрен объясню! Андрюша! Да Андрей! Слышь, да отвали ты от меня! Вика! Вика! Ты как себя чувствуешь? Эй, очнись! Ты меня слышишь? Вика!
Васильевич, там? Там. Васильевич. Васильевич. Угу. Саня звонил. Молодежь, которая у нас бриллианты, дернули. Увидеться хотят. Вези их на базу. Понял. А ты знаешь, что хранит тайна тех небес. Во мне сеет бес. Я вижу лес рук. Что-то Серега трубку не берет, в Андрюхе звонили? Да, звонил, недоступен он. Нормально, все, троем съездим. Надо, давай, вали отсюда! Мне что-то надо, отпустите меня, я больше здесь не буду газетами торговать. Надо! Да, пожалуйста, не надо! Я тебя не первый раз вижу! Что случилось? Что малец натворил? Торгуют газетами! Запрещено на территории! Начальство запрещает! Ладно, понял. Можно я с ним сам поговорю? Вы идите, пожалуйста. Можно! Но тебя, чтоб я больше не видел! Ладно, ладно. Тебя как зовут-то? Петька. Пойдем умоем тебя, Петька. Пойдем. Куда? Плановый осмотр пациента. Привет. Я не знаю, слышишь ты меня или нет, но я хотел попросить у тебя прощения. Я не хотел, чтобы все так получилось. Я надеялся, что мы будем счастливы. У меня для тебя кое-что есть. Хотел тебе его подарить тогда, но не получилось. Господи, почему так произошло? Как бы я хотел все вернуть обратно. Чё, простился? Чё, мало? О, хавчик, ништяк. Где родители-то твои? Мать ушла. Отец пьет. Я газеты продаю, да, бутылки сдаю. Кушать же на что-то надо. Лет-то тебе сколько? Так 11. Ладно, сейчас доедай. Поедем, я познакомлю тебя со своими друзьями. Работу тебе подыщу. Да жилье какое-нибудь. Поздоровайся со своими друзьями, сука. Ну чё, доигрались? Где мои камни, а? Блин, телефон забыл. Посмотри, что у него там играет. О, еще один. Алло. Алло. Ну, здравствуй, сынок. Кто это? Хочешь увидеть своих друзей живыми? Бриллианты вези, у тебя 30 минут. Адрес.
Пацаны, никому не двигаться, все нормально. Сегодня около 19 часов по местному времени группировкой известного предпринимателя Лукьяшина Сергея Васильевича были совершены убийства четверых молодых людей, личности которых сейчас устанавливаются. Мужики, постойте. Отставить! Этого я забираю, а этих пакуйте. Сдохни, сука! Ты ничего как вымахал. Так сколько лет уже прошло? Ну да. Ну что, поедем? Да, поехали. Ну что, Петрух, рассказывай, как дела у тебя? Да все хорошо у меня, спасибо вам. Я до сих пор у вашего друга работаю. Ну, отлично. Дед Сережа. Что? А вы куда тогда уехали? Это долгая история. Так а нам до города минут 20 ехать. Да.